Ливни, грозы, сильный ветер и град ожидаются завтра в Красноярске и ряде районов края. Это предупреждение от МЧС. Будет ли похолодание и когда его ждать, мы спросили у синоптиков. Конец рабочей недели после прохождения холодного атмосферного фронта будет похолодание. Сейчас у нас масса достаточно теплая. Прогрев ощущается, а к нам идет холодное. То есть на стыке этих двух масс вероятно образование града. Тем не менее, жара вернется на воскресенье, понедельник. В пятницу днем синоптики пообещали плюс 21 и дождь. В субботу осадки усилятся, а температура будет колебаться от 20 до плюс 25 градусов тепла, но без палящего солнца. В воскресенье уже плюс 27, с начала следующей недели в понедельник еще жарче, плюс 31. В южных районах и вовсе изнуряющие плюс 35, но с сильными порывами ветра до 25 метров в секунду.